Всем привет, извините за опоздание, проблемы с интернетом были, да еще и Twitch меня что-то не пускал. Да. Так, в общем, 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 да. Какое классное эхо. Да не, это я в двух окнах включил, поэтому он повторял за собой, и можно было бы бесконечно это слушать, но мы не будем. Ладно, игра сегодня у нас Bugs Bunny Lost in Time. Игра интересная, но со своими заморочками, поэтому, ну, сами все увидите. Так, вот новая игра. Перезапишем. Как звук, как что? Скажите только. Так, звук. А, хорошо. Звук норм, все норм. О, Иришка пришла. Привет. К началу успела. А вот он я. Эй, секундочку. Это ведь не похоже на пляж. Я, видимо, немножко промахнулся. Ух ты! Да вы посмотрите на размеры этих морковок! Это потому что русская озвучка. Могу включить английскую, тогда будет нормально. Потому что, ну, русский... Не, Кекс, не звук игры с эхо, а просто там запоздало, говорят, немного. Где же это я? Может быть, Болисон, который живет в Сайдлоу, скажет мне, где я и как мне отсюда выбраться? Здравствуй, как дела? Меня зовут Мервин, я колдун. Чё, серьёзно ты, волшебник? Ну давай, наколдуй что-нибудь. Ну пожалуйста, пожалуйста. Конечно, я сделаю всё, чтобы порадовать гостя. Ух ты, знаешь, здорово получилось. А так ты можешь сделать? Так, ну, могу звук изменить, просто поменять в настройках этот язык, тогда все нормально будет. Ну что, пока не начал запустить на другом языке, не на русском. Или будем такое слушать? С отставанием еще. Окей, сейчас, секунду. Так, сейчас на английском запустим, так что. Да, да, у меня там на фоне вообще так. Главное название прикольное тут называется. Немчура, Франция.
Ну что, Немчура, Франция, Италия, Нидерланды. Что-то, кстати, английского нету. Ну, какой? Немчура? Кто что знает? Немчура? Ну, поржем давайте. Будет веселее. Баршрайбен. Привет, Махмутов. Also, Wurf und Kuckuck bin ich. Vielleicht kann mir die Person, die in dem Silo wohnt, ja verraten, wo ich hier bin und wie ich hier wieder rauskomme. Так, это мы уже слышали, смотрели. Будем следующую заставку ждать. Текст — это не английский, это немецкий. Während du rennst, probiere die Schaukelfunktion. Sie kann auch zum Angriff gegen Feinde eingesetzt werden. Все поняли, что он сказал, да? Benutze den Spring- oder den Trittknopf, um einige Feinde zu besiegen. Kombiniere beide Funktionen bei einigen anderen. Ну, в общем, он сказал, прыгни ему на голову, и пока он в таком состоянии, убить его. Wenn du einem Feind von vorne nichts anhaben kannst, versuch ihm in den Hintern zu treten. Es könnte funktionieren. Du kannst außerdem versuchen, ihn von der Wand zu lassen, wenn er schlappt. Tritt ihm in den Hintern, Häschen. Ну да. Du kannst einige Objekte mit Hilfe des Push-Funktion bewegen. Sie können als... На самом деле, игра старая. Образ диска брал, у меня такой же был. Хотя вот на диске он получше немного, звук не отстал, видимо, из-за этого. Из-за эмулирования. Такая фигня. О, текст, да, я видел. Можно будет сыграть. Objekte wie Holzhämmer benutzen, um einen Feind auszuschalten, aber... Так, игра. У нас в игре, по-моему, около 5 миров есть. Также...
Основная задача здесь является собирать будильники и золотые морковки. Обычные морковки восстанавливают жизнь, если тратишь. Заново менять не придется, но я могу просто сохраниться и все. Не, ну я могу, конечно, переключить язык и все. Так, он здесь нельзя. Ну, это не русско-немецкий, это этот, как транслит. Пишешь русские слова на английском, тут то же самое. Писали немецкие слова на русском или на английском. Tauchknopf über einem Hasenloch. Ну, если не стерео, то это моно. Звук на самом деле не сильно изменится. Да, птерео. Heb das hier auf, um mit der Suche zu beginnen. Es öffnet die Steinzeit. Geh hinein und dort wähle einen der offenen Eingänge. Besuche sie alle und hole alle versteckten Uhren zurück, die sie enthalten. Klasse, danke, Merl. Sonst noch was? Ja, natürlich erhöht Karottensammeln deine Energie. Das wäre fürs Erste alles. Wir treffen uns wahrscheinlich irgendwo in der Zeit wieder. Zeitreisen ist eines meiner Lieblingshobbys. Ich bring dir später mehr bei, Zeitreisender. Leb wohl. Ja, wiedersehen, Merl. Symbole sammeln. Tja, warum nicht? Immerhin haben sie den Entdecker des Penicillins damals auch ausgelacht. Не, я так не учил, так просто увлекался чуть-чуть и все. Hallo, Reisehase. Ну, можем сохранить тогда. Danke, Merl. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Merl. Сохранился, что перезапустим с русским. Так, сейчас выйдем. Не, это не дядя. Точнее, не враг. Так, сейчас. Так.
Что, Махмутова хочет забанить что-то? Махмутов, что ж ты сделал? Так, мы вернулись к русскому языку. Нигде. Так же написано, как и на немецком. В каждом мире нужно определенное количество этих будильников. Также в каждом мире есть несколько уровней, которые тоже требуют либо будильников, либо золотых морковок. Но это так выглядит вход в уровень. Ну, вот так. Сегодня охотимся на кролика. Да, да, охотимся на кролика. Эй, как дела, док? О, это кролик, кролик. Кролик. Я угнал у какого-то профессора, там в начальной заставке показывали, что он ошибся направлением и попал к машине времени. Промазал. Тут жизни бесконечные. Так что тут можно много раз умирать. Но начинаешь сначала, если до чекпоинта не дошел. Игра, ну, часов 5-6. Достаточно длинная. Thank you.
У всех лагает игра. Так, золотыми морковками можно открывать некоторые уровни. Также есть и дисталы с золотыми морковками. Если соберешь определенное количество, они открывают какую-нибудь дверь секретную. Обычно морковки могут восстановить жизнь и... Да и все, в общем-то, больше обычные морковки ничего не дают. Ну вот в этом уровне, допустим, надо собрать 9 будильников и 22 морковки. Первый этот уровень, он достаточно простой, тут никаких секретов не особых нету. Ну вот, допустим, я ударился об кактус. У меня морковки потратились. Я беру морковку, она восстанавливает. Да, и постараюсь не удобрять. Great! А, боссы, да, есть, Кекс. Тут в каждом мире босса надо, по-моему, 2 или 3 раза убить. Great! Да, никого просто не было онлайн. Вообще, Влад должен присоединиться. Который котяра. Дурацкая птица. Ну, а вот что бывает, если разбудишь этого птеродактиля. Он даже не ест. Слишком худой кролик, наверное. Ну, вообще,
кролик просто хочет вернуться в свое время и отправиться на пляж. Для этого ему нужно собрать эти временные будильники и эти, как и морковки. Ну, морковки это просто как бонусы, чтобы собрать все будильники, кстати. Ну, вот он и бегает по разным мирам, собирая все это. Замечательно, просто великолепно. Ты прошел этот уровень. Дай-ка я тебя сохраню. Ну, вообще, Сики, это как во всех большинстве игр. Бегаешь, собираешь, убиваешь, типа и все. Майл? Пока. Да, пока, Майл. Вот, кстати, сейчас с боссом будем драться первым. Боссы разные. Ауч! Боссы легкие. Ауч! Ну вот и все, первый босс умер. Самое долгое здесь только то, что между мирами надо часто путешествовать. Ты прошел этот уровень. То есть следующее у нас время пиратов. Вот, кстати, в течение игры будут появляться новые навыки, как супер прыжок, чтобы открыть разные места. Так что в некоторые локации придется возвращаться несколько раз. Это мое! Вернись сюда, мерзкий, ни на что не годный, поганый кролик! Достань 5 таких предметов, чтобы получить символ часов. Да, вот еще. Собирать красные ящики, чтобы получать часы. Mm-hmm.
А вот так он чего нет. Вот таких 5 ящиков собираешь и получаешь часы еще одни. Гекс. Будет, конечно. Может, Гекс как раз следующей игрой сделаю. Части, наверное, еще позже начинать, с более поздних, надо с самого начала понять, в чем прикол там. Great!
Да, графика ничего такая для тех времен. Для этой, для сегодняшних тоже. Thank you.
Kuni Oster. Алло? Да. Прекрасно. Всем привет. Привет, Голд. Привет, Кексы. Привет, Рыжик. Привет, Кенга. Привет, привет, Ира. Привет, Станек. Привет, Люк. Привет, Мисс. Вот. Всем привет. Что, Славик, мне расскажешь, что это интересно вот тут у нас? Какой это уровень, кстати? Это, так, если считать, сколько я прошел, то это 4-й уровень. А если бы считать, сколько ты прошел, то это? Это всего лишь 2-й мир. А, окей, понятно. А сколько миров? Миров? Всего, по-моему, 5. Вроде. Понятно. Я почти под конец пришел. Да ты чё? Нет, ещё долго, да? Я только 40 минут назад начал. А, я только разогрелся, да? Понятно. Да. Я отвлекся, кстати. Вот. А по какому-то сюжету идет игра или нет? Ну вообще, да. Заяц случайно использовал машину времени и теперь пытается вернуться. А, для этого ему нужно найти будильнички. Ага, понятно. В каждом уровне спрятаны будильники, да? Нет, в каждом мире дофига спрятаны. Ага. Я уже собрать будильник каких-то запчастей, да? Перегодности и всякие фигни. Ну да. Я просто не готов к стриму, я не знаю об этой игре ничего. Я же постараюсь сейчас что-то найти. Но сомневаюсь, что не получится. Так. Сикери, привет, слушай, видео тормозит, по-моему, что-то у тебя. Как Славик рекомендует, тебе надо очистить трэш, и тогда у тебя все пройдет очень хорошо. Да. Потому что у меня видео не тормозит. Мир сам по себе он большой? Мир? Угу. Ну как? Не особо. Так, звук игры сейчас. Да. Ну, я прямо здесь сделаю. Так, громкость музыки, громкость эффектов. Есть, продолжим.
Так лучше? Только что погулял с Паскурусом. Где? На улице? Не, слушай, да, как мне брат забежал, и я его вынес показать на лестницу. Ага. Пофоткали так быстренько. Вот, и прибежали к тебе. Блин, засмотрелся, какой тонный. Там тонный в игре, да. Я не понял, что это. Вот, а, так. Стикей, слушай, мне иногда так же получается, я перезагружаю компьютер, я перезагружаю браузер, но у меня все равно тормозит. Поэтому сплавки говорят, не всегда помогают. И хватит сливаться. Ну, это акула такая. Я за чат просто смотрю. Нафиг это акула. Нафиг крабов зеленых. Почему они зеленые? Интересно. Алло, Слайк? Да. А, все, мне что-то нет, блюхнул. Так. Бывает такое. Хватит сливаться, и правда. Как это можно? Как ты не стыдно спадать? Ты готовишь громче? Нет. Ну как, не, хотя я понимаю, что это твой кредо, где игру не готовить за счет на правду. Раньше проходил, сейчас получится. Ну да. У меня точно так же было с Поттергейсом. Ну, как видишь, не всегда удается. Слушай, в Википедии нашел про эту игру, но здесь только на английском. Как обидно. Да ладно, там просто все. А, нифига, я нашел про по-русски. Нифига. Так, я нашел чекпоинт. Чекпоинт — это зонтик. Ну, это пропеллер, как там. Шляпка, скорее. Шляпка. А, ну да, да, шляпка с пропеллером. Очень знаменитый у детей почему-то. Чаще всего в Америке, у нас таких не делают. Я пытался найти шляпку с пропеллером, но даже на сувенирках нигде такого нет. А я бы купил себе, очень знаешь, так прикольно. Даже вот легко вот сходить в этой шляпке, вообще супер. Ну ладно, эта игра, наверное, больше напоминает этими текстурами, да и движок у них всего лишь поколение отличается. Почти один. Да. Какие-то норы странные. Да. В другой мир телепортирует. Да-да. Слушай, помнишь, что видяха в интернете бегала, там где у мужика, а вот на цели черную дыру, по-моему, что такое. И вот он мог проходить через стены. И в итоге он приклеил эту черную дыру к сейфу. И залез туда, чтобы потом что-то отстырить, и это еще мне дыра вклеилась. Вот. Надеюсь, у тебя такого не получится. Хотя было бы близко. Надеюсь. Ты так играешь, но последний босс. А боссы есть, кстати? Да, одного я уже убил. Ну как убил, первый раз только его убил. Твое оружие это что? Это прыжки, да? Прыжки, пинки, кувырки, вот такие. Как же бомбы не бывают. Еще я из пушек стрелять буду. Они, как говорит, враги еще похожи. Да, крэш. Я правда не понял, что это. А, это краб. Во. Да, это краб. Это какое-то странное существо, знаешь. Я, по-моему, на оригами такое делал. Очень похоже. Что-то такое с бумаги сделал, бля. Так, Bugs Bunny, Lost in Time.
Есть такая интересная игра. Но в Википедии ее нету, к сожалению. Так что все мои познания об этой игре будут только из этого стрима. Есть еще одна часть, ну не часть, как бы, а еще про Bugs Bunny игра. Он там на двоих можно вместе с этим Стазом. Да, Bugs Bunny Taz Time Buster. Да. Вот, это что, она один год позже выпущена была. Но они тоже в Википедии ничего нету. Слушай. Но это всего две игры на PlayStation. Больше их нету. Да. На NES, на Game Boy, на Super NES, на Sega есть, на Game Boy Color есть тоже даже. В 2000 году выпущенная. Вот. И все. Да, ну и на PC, естественно. Вот, Bugs Bunny, Lost in Time есть на PC тоже, я нашел. Импортированный, что ли? Ну, я так думаю, да, потому что я не могу как-то просмотреть это ничего. Я просто вот сейчас в Википедии это все проглядывает, и я написал, что вот Bugs Bunny, Lost in Time, аркада для PlayStation и PC. Выпущенная компанией, я не смогу прочитать это, но в 1999 году. Вот. Так что все, кому лень играть на PC и вот эти симуляторы, могут ее найти на PlayStation, могут ее найти на компьютере специально. А, вот, и бомбы накидаешь. Вот, хорошо. А может они тематически, они по игре, да, идут тоже, или нет? Ну да, здесь босс этот пират, как его, я не помню, зовут. А до этого босса были, да? А, это была доисторическая эра, там был этот, как его, ну, охотник такой. Охотник, там, который бегал постоянно за ним, да? Ну, который там бегал. Кволик говорил, все. А, да, помню. Я по мультику только помню, да. Где сюда, где сюда. О, по-моему, в Bugs Bunny есть девушка. Да. Ее зовут Лола Банни. Она была также в этом фильме. Да. Фильм очень прикольный, космический джем. Я помню, его три раза его пересматривал, замечательный фильм. Для меня это было что-то новое, знаешь, что вот связь вот этого анимации и кино. Хотя был еще один фильм, кто поставил кролика Роджера, помнишь? Да. Тоже замечательный, тоже так же снятый, вообще суперский. Так, что у тебя есть? Main Pulse. Ой. Эй, вот так. А ты что-то собираешь? Тебе что-то это дает? Да, золотые морковки позволят мне до скрытых бонусов дойти. Вот мухтов, ты о чем? Мы о скинов говорили только что. Мы говорили о игре только что. Я в морковках. Вот, кстати, босс. А, это босс. Да. Я не помню его в фильме, но... А, не, персонаж, да, персонажа я помню. Это просто прикольный. Кстати, в фильме он тоже был. Но он был там не в качестве пирата, а кем-то другим. Да, это я тоже помню. Просто психом каким-то. Я помню даже... Мы говорим, это не фильм, а он был в этом костюме, в Гриффинах, его один раз показали. Здорово. Там было не очень пристойное у него реплика, поэтому не повторили, конечно. Но там очень говорилось о его обтягивающих штанах. Вот. Так, сколько у нас смотрит всего 15 человек? Ну как же так? Почему у нас так мало? Много ушло. Да.
Вот вижу, посмотрите, штрем в чате, да, не пишет, как это еще было. Что у нас еще? И текст, и не пишет. Привет, Сикей. Мы с тобой уже пообщались, а поздоровались только сейчас. Привет, Гуль, с тобой я уже знакомился. Анна Пулку подбегла у нас. Гришка подбегла у нас почему-то. Ну, слава богу, я успел их застать. Вот. Кстати, Славик, я сегодня встретил Настю. Помнишь Настю? Которая на новый, это самый, на Хэллоуин была. Принцесса, это невеста. Вот. Она, оказывается, уже еще со вчера ночевала у моего брата. Да ладно. Да, я сам в шоке, она мне даже ни сном, ни духом об этом. Еще не сказала. О, будильник ты забрал. Да. Будильник. Пипец. Санек, привет. Вот. Так что мы сейчас ходили, пофоткались, пока с этим со спинством. Замечательно. Завтра просто они собираются ко мне в зоопарк. Ты прошел этот вот, уровень. Если берешься, можешь тоже. Ну, гости. Может быть. И Аню Иру забрать, если хочешь. Дай-ка я вот. Тебя или ты звонишь, заберешь ее тогда, и все бригады прилетят. А нет, голод ушла. Спасибо, походка. Майл. Пока. Да. Ты опоздал. Пока, Майл. Так, он что-то говорит? Да, он фигню какую-то порит. Мне нравится вот эта фраза. В чем дело, док? Она куда-то ушла, а потом тост играть теперь. Ну вот, Санек ее заложил. О! Ты по времени гоняешь. Все. Да. Это эпоха, вот в чем дело. Сейчас это у нас эпоха... Ну, это 30-е годы, эти как их, гангстеры. А, гангстеры, во. А вот сейчас будет? Чё? Или лучше? Вестерн. Ну, значит, да, это, господи, ковбой. Я понял, понял, не, здесь не будет. Ну, давай отсюда. Инопланетяне будут. Ну, босс! Господи, как у него урод до ушей просто. Я в шоке. Ну да. Придумают же... Персонажи кунсткамеры. Я просто в шоке. Подвал банка. Косточка. Это морковка в текстурах постреляла. Морковка в текстурах. Да, вот на вышку поднимись, видишь? Не, это она не в текстурах, она растет тут. Да ладно. Да. Окей. Хорошо. Так. Аня Рыжик, от тебя сообщение, я и Рыжик тоже, как сразу звучит. И без того Рыжик, и еще какой-то Рыжик что-то делает. Вот, Люк спрашивает, зачем кролик кости собирает. Кости, вот, чтобы эту собаку накормить. Да. Вот отвлечь, я думаю. Вот это большое чудовище, это собака. Это что-то такое стилоподобное. Да. Тоже в грифе, кстати, опять в грифе расстояние, тоже в грифе на гору, там я Сирии вырастил огромную семью. Похоже, как раз на эту собаку. Вот. Так, что этот мужик от меня хочет? Может, он заостил? Может быть.
А, это мини-босс, окей. Отлично, можно на нем попрыгать. Окей, нет, это я понял. Тебе батут, да, такой? Ну да. Слушай, мне вообще нравятся вот такие игры, такие мультяшные прорисовки. Это как-то не совсем морковки собираешь, ты где-то пропускаешь. Они не обязательно, да? Эти не обязательно, эти просто могут жизнь восстановить, или если потерял немного. Так золотые нужны морковки. А я не вижу у тебя шкалы жизни, кстати. А вот когда меня ранят, увидишь. А, окей. Ну вот сейчас, если бомбу кинет. Ну вот сейчас постою у бомбы. Надеюсь, недолго. Нет. Чтобы... О, видишь? А, все, жизнь это морковка. Да. Один удар минус одна морковка. Да. По-моему, морковок уже больше собрал, чем купили. Ну... Все равно ты лежишь, да? Да, жизнь-то больше не прибавляется. Понятно. Так, а вот, кстати, какой-то неактивный. А, это даже из половины морковок. Прикольно. Я сейчас надо связаться с Ирой. Вот сейчас мы завтра свободны в день, да? Да. Тогда я сейчас попробую с Ирой связаться и пригласить ее в зоопарк. Давай. Окей. Я до сих пор не причинил себе клавиатуру. До сих пор не убираю мышки. Чё? Да, у меня клавиатура залета, помнишь, когда еще было собрание... А, ты так и не почистил? Не-е-е-е! Вот я уже привык мышки не убирать. Вот. Нажми и включай, чтобы... Чтобы спустить лифт. А, окей. The Big Bang. И что же там? Ты сломал сейф. Вот до чего сейчас фигово бегает. Сейф-то. Там же морковки. Потом мой сейф еще говорит, что там морковки лежат, понятно? Да. Ну вот, картинку с фасоли я искал просто. Я набирал в поисковике смайлик, и при этом черно-белый. И вот в Яндексе, кстати, набирал, и у меня выбрал эту фасольку. Но это было, сама помнишь, давно. Сейчас там уже забито все другими фотографиями, поэтому сейчас можно будет найти эту фасольку. Фасолька это для нас, для других она как-то по-другому называется, поэтому найти ее почти невозможно. Баклажанчик может. Наверное. Вот, хотя я Аня, когда ты меня спросил, я пробовал найти этот смайлик, да, смайлик, но у меня не получилось этого сделать. Я потратил где-то час, в итоге я потом забил на это все действие, то, что это сложно. Мне больше всего нравится, что враги не могут стрелять вверх. Да, это вообще... Ну, собственно, для этой игры это нормально. Мультяшные персонажи.
этом уровне еще 7 морковок и 4 будильника. А где картины? Картины сперли уже? Видимо, да. Во, все кейсы напоминают чем-то розовую пантеру. Наследство дядюшки Куха. Да, Кукна. Может быть. И, собственно, все эти мультфильмы и мультфильмы чаще всего иногда не похожи по себе. Также, если взять компьютерные игры, знаешь, как такой появился там Гарри Поттер, сразу сделали игру Гарри Поттер. Они простили совершенно. Потом я помню, я играл в игру Шрек. Почти точнейшая копия управления вообще мира. А потом много-много вот этих игр всяких по фильму. Как только вышел в фильме, чтобы не пропал интерес к нему, чтобы сразу расходились, покупались игры, сразу начинаешь собирать вот самую простейшую игру, чтобы ее как-то продать и заработать на этом деньги. На Баксбане, я думаю, не особо не пытались. О, мне командир ответил. Хочешь прикол? Ну. У меня скайп не работает. Да ладно. Да. Как ты со мной разговариваешь? Вот так. А у тебя что, не отвечает, пишет ли в принципе? О, в принципе его нету. Ни в диспетчере, нигде. Прикольно. Но я думаю, надо скайп не отвечает, как хотя бы. Хотя Аня мне отвечала. Вот, Таня уже в шоке, что этот скайп не работает. А у меня как там пишет, в сети я или чё? Ну ты, а сейчас гляну, ну да, ты, а тебя нету. Да ладно. А не, я с тобой разговариваю, ты есть. А, блин. Ты у нас. Ты не знаю, где ты. А у них еще не пишет, в сети или нет. Просто мы с тобой соединены и все. Вот, к сожалению, Ира не сможет. А, вон Аня написала, что у меня не беспокоить написано. А, ну вот, да. Жалко, ладно, Ира завтра не пойдет. Завтра. Ну ты, если хочешь, приходи. Зато с Настей пообщаешься. Познакомишься поближе. Да, ну. Что-то ну, прикольная девушка вообще, кстати. Она молодая. Ей, по-моему, 20 с чем-то. Кирилл, слушай, у меня вот только сейчас тоже вырубался интернет, но связь особо не прервалась. А без связи не было, но компания предъявилась. Так что, такое тоже бывает в скайпе. Молоток взял. Рано я его взял. А, он исчезает? Он только на несколько ударов? Не, он по времени. Понятно. А он потом больше не появится, да? Появляется. Сейчас за ним пойду. А, тебе стекло разбить надо. Да. Понятно. Баба. Супер.
Так, одну секунду, сейчас я подожду, у меня кот за дверью говорит. Ключик. Вот я. Ключик. Так, все, вот. Открыл. Прыгай в окно. Ага, окей. Чем? А зачем ты открыл дверь, чтобы потом пойти в окно? Ну, потому что в той двери я просто сделал... Ой-ой-ой, мужик бегает. Удали его. Возьми мотку, ты ударил мотку. А, вот он, в общем, дело. Хочешь его столкнуть? Не, он, чтоб он убежал, хочу. Трус. Бабах. Ну, ты, конечно же, за ним. Ну, учитывая, да. Что сам ты не хочешь не следовать, а за ним придется бежать. Бог. А, так это была наковальня. Мне показалось, это просто что-то такое квадратное упало. Не, по-моему, это был зеленый сейф. А, ну да. Ну, они пишут, что наковальня по башке, бедный мужик. Хотя мне кролика больше жалко. Может, это животное. Ух ты. А, ему всего один удар. А, нет. Так ты скорее. Походит бегало. Ни за что. Ну а чё он? Может, он просто хочет с тобой познакомиться, да? Ну, такой, посмотрим. Ты наш известный. Нет. Уже. Он мне чуть не влепил по щечину. Да, теперь я не бьет, значит, берется. Это нормально, по-своему. Всего 20% из выпадки. Всего 20%. Ну, значит, я вовремя успел. Значит, чем он понял, успел? Ну да. Я так торопился, торопился. Оказывается, что он успел. Он будет на нем прыгать. Слушай, Агния, я сам что-то 20% пройдет. Я думаю, уже что. Ты сказал, это третий мир, да, всего их 5. 4-5, да, 5 мир, я не помню просто, там, по-моему, просто возвращаешься уже. Это третий мир. Всего их 5. Просто ты прошел великолепно. 20%? Ты да. Прошел этот уровень. Это как-то не складывается у меня в уме. Ну, в каждом мире по несколько уровней. Ну, да, это нормально. Вот смотри, у тебя третий мир из 5. Спасибо, это уже Майл. Больше 50% пока. По сути, да. Игры, да? Пока, Майл. Ну, я же не прошел много уровней в этих уровнях. Ой, как? В других мирах. Я же не все прошел. А, их неровное количество? Ну, просто в некоторых уровнях там, чтобы открыть, нужно определенное количество будильников. Ну да, ты не все собрал. Хорошо, у меня еще не хватает, их просто чтобы... О, сейчас на машине гоняться? Ух ты. Или нет? Тут даже есть Need for Speed. Да, тут будет. Прикольно. Ладно, Франкенштейн, пока. Да, пока, Франкенштейн. А сейчас так рано уходишь, поднимешь еще. Детская. Или у тебя тоже время, как у Ани Гол? О, будильничек. Так, быстро. Ну,
вот в это место, кстати, я буду еще возвращаться пару раз. Из других уровней или еще в этом же мире? Из других уровней. Прикольно. Нас товарищи подошли. Худеем. Это плохо. Да, вчера был стрим, да? Или не было? Не было. А, потому вчера, значит, был стрим у Ромы. Может и не было. А, может и не было. А что он хотел проходить? Ну, по-моему, этого, ниндзя. Ниндзя. Что хотел, не помню. Не, если ты про Зен, то он проходил его. А, ну да, все, Зен. А он только это и хотел, по-моему. Ага, ну тогда я, да, проходил. Он просто еще что-то да. хотел. А-а-а. Слушай, он в группе выкладывал фотографию. Кто помнит, тот поймет. А вот это вот заставочка. То бишь. А, скрин. Не скрин, а это вот. Обои. Вот. Это пума там нарисована. Разве она была? Делал свой спорный. Ты ее помнишь? Не помню. Вот и я не помню. А, оказывается, Пашка была. Что-то хотел. Неужто он хотел пройти все-таки эту неуловимую загадочную игру, как зомби против. А, зомби съели моих соседей. Вот, кстати, смотри, пружина, да? Вот эту пружину можно, ну, в каком-то месте она добавится. Чтобы взять морковки, которые вот здесь наверху. Который я и так взял. Так, а пружина зачем тогда? А вот здесь, например, пружина, ты перелетаешь на следующий этаж. Сквозь свет и там берешь секрет тоже. Ну, а как ты воспользоваться? А надо найти, кто обучит. А, еще учиться надо, как пользоваться пружиной? Да. Упс. Оба. Не, все окей. Ты так не пугай. Это сколько прошло? Два часа и... Да не два часа, 20% сейчас игры. Я же говорю, я 22.00 начал. А, окей. Потому что там что-то Twitch не работал у меня. Слушай, хотя... Надо Русакову с Ромой вставить люлей. За то, что они так и не прошли эти зомби против соседей. Игра уже как полгода не пройдена. Да, не дело. Вот, надо ставить им. Как он по банану. Слушай, хороший отель. Очень. Я бы не хотел так положить. Блин, жаль, сквозь текстуру нельзя пинать предметы. А, ты видишь предмет там? Да. О, это что, там тоже научиться музыке надо? Да. А, нет, я вижу, что ты любишь вот такого. Банан, да поглубже. Ай-яй-яй. Побольше и поглубже, да. Это уже идут кабачки. Что там еще больше? Арбуз? Нет, нет. Арбуз он слишком круглый, это что-то такое. А, длинное это. Длинная торпеда. К примеру. А больше я не знаю, что еще. Что у нас еще? Фруктов, овощах есть. Тыкву.
Ну ты тыкву, да, тоже. Ставить да. Эту дыню-торпеду в тыкву большую и пашки. Я буду завтра, чтобы послушал. Русаков, что они были. Да, кстати, Русаков, он, собственно, в кайфе, но он чем-то занят. Слушай, Нютка, у нас фантазия вообще замечательная. Я насчет своих не знаю, а я вообще немного веселый сейчас. Как же так? Да ладно, здесь жизни бесконечные. Да ладно. Да. А, ну тогда понятно, почему ты не готовил игру. То, что жизнь бесконечная. Да даже бы, если бы конечные были, я бы не готовил. Да? Поспорим, понимаем. Ты планируешь какую-то игру потом проходить? Ну, в смысле, после этой, но не обязательно сегодня. Возможно, Гекса. Гекс? А что это за игра? Это про ящерку. Ящерку Гекс? Да. Сейчас глянем еще на Яндекс выдаст. G, E и X. А. Гекс. Гекс, математическая игра на ромбической доске имеющей гексагональную сетку. Что? Я не знаю, как это вот тут. Антология Гекс и в одном. Качается русская версия. А, во, в этом сборнике находится следующая игра про ящера Гекса. Который очень любит смотреть телевизор. Это ладно? Сейчас глянем на это чудовище. Слушай, Спайк никогда не готовил игру, по-моему. Хотя, ты готовил хоть какую-то игру? Чего? Ты хоть какую-то игру перед тем, как я пройти готовил? Там Resident Evil, там, или что-то там еще играл. Да я еще с детства подготовленный. Понятно. А на чем эти платформы держатся? А? Платформы на чем держатся? Они висят в воздухе. Ну, не знаю, это магия. Слушай, есть замечательный ролик ВКонтакте. О том, там рассказывается... вот стюардесса в самолете просит отключите, пожалуйста, все свои мобильные телефоны и все электроники. И начинается вопрос, а почему мы должны отключить все электроники? Ну вот там влияют волны на связь диспетчера с самолетом, и поэтому надо. Вот, ну, у меня еще маленький телефон, а самолет такой огромный, почему мой маленький телефон влияет на это? И в итоге они там вопросами замучили эти стюардессы, они сказали, да я вообще всем пользуюсь, это там магия поднимает самолет вверх. Короче, никто не может этого подзнать, как бы, ролик чистовский, я тебе его потом скину, если не забуду, а вот это прямо в чате. А уже я его сейчас в чат скину, это вроде. Мне кто-то ВКонтакте написал. Мерзкий парень. Так. Она прекрасна. Видео. У меня код какой-то странный. Здорово, Лаван. Ой, я пропустил что-то. О, Лаван, привет. Нокаут, еще раз привет. Ты пропустил, ну, час идет всего лишь. Ну, полтора часа. Да.
Эй, о, да ты Тёмыч. Что-то забыл, ты оставил Тёмыч, что-то Тёмыч. За собой. А ты зайдешь к нам в гости, Тёмыч? О, кстати, тут не только космос, тут еще есть мир драконов, короче, ну, как его. Рыцарь его. Средневековье. О, точно. Спасибо, Майл. Пока. Да. Тёмыч пока, не ответил. Так, 83 майковки. Ого. Так, Тёмыч, ты же готов? Напиши, пожалуйста. А, Лаван штрафную, я тебе налью, если ты едешь в Питер. У меня есть штрафная, но если ты приедешь, вода, чтобы она не закончилась. Это штрафная. Так, Франки, я забыл, какое видео я тебе ищу. А, просто подожди. Так. Аня, я тебе отвечу, что у меня лучше 10. О, всё. Окей. Так, сейчас вернемся сначала в доисторическую эпоху, в каменный век. О, открыто. С КБ? А, с ЕКБ? Ну, Екатеринбург не так-то далеко, всего лишь с Уралом. О, кстати, вот этот бонус, уровень такой, неплохо забавный. Так, справа Бакс Банни, слева какой-то утка. Даки-дак. Даки-дак? Да, надо бегать и ударять по значкам. А, все, понял. Главное, чтобы больше твоих было, да? Главное, чтобы меня не было на картинках. А, все, понял, чтобы охотник понял, что это место черт было. Это бишь афроамериканского утка. У тебя 2, у него 13. У меня 0, у него все 15. Я успел победить. Так, мир. Так, Аня. Теперь я его просто буду бегать и пинать. Естественно, подставляет дальше, он плохой. Пошел отсюда. Так, о, время вышло. Да. К и Л. Вот ты понятно кролик, а он почему на Л. Rabbit season! Да, подставляю Даши. Ему все равно, посмотри на его лицо, да? Прикольный. Спасибо, Майл. Пока. Да. Пока, Майл. Блин, он так и говорит. Спасибо, Майл. Да, пока. Да, пока, Майл. Так, это мир у нас. О. Это был каменный век. Понятно. Так, о, средний века. А там ведьма вроде бы была написана. Да. Ого. Средневековье. Мир рыцарства. 73 будильника. 65 возбудильников. 15 будильников, 37 морковок. Сколько собирать? Let's cooking dog.
Какая жирная зима. Эй, что ты готовишь? What up, dog? What's up, dog? Если правильно. Так, Тёмыч, ты там что, проснулся? Или как? Ну, у вас тупик готов. Слушай, я, правда, еще никогда крольчатина не ел. Ты кушал крольчатину? А-а-а. Ну, как же так? Так, только Тёмыч... волчатину. Волчатину? Да, в которой была крольчатина. Достань 10 таких предметов, чтобы получить символ часов. Что за мужик с проспилером на голове? Спрашивает. Рыцарь? А, проспилером на голове, это волшебник. Слушай, я тоже такого не помню, по-моему, его специально для игры сделали. Нет, он в каком-то мультфильме был. Он был? Тёмыч, а ты не отвечаешь. Ай-яй-яй. Да-да-да. Добрый вечер. Добрый. Привет. Опять шутку бьёшь? Он у меня молковки валует. Это утка-гуд? Или дак? Дак-бэт. Дак-бэт? Нет, мы уже в Робин Гуд. Привет, Том. Даффи Гуд. Окей, Даффи. Так, Слава, давай, как пропустившему мне начало, расскажи, в чем суть игры. Ну, это свинья, короче. Ну, я про Бакс Банни ошибся дверью. Поворотом и... Так вышло, что он теперь этот, как, путешествует по времени, чтобы вернуться назад. Ясно. В общем, кролик сошел с ума. Ну, это нормально для него. Сейчас тебе это волосы спустят, принцесса, как ее зовут-то, блин? Как принцессу зовут? Какую? Которую, которые длинные волосы были. Лола? Принцесса? Не-е-е. Мультик-то, господи. Ой, сейчас вспомню. Недавно сделали новый мультик, Она спускала волосы из башни, по ней забирался принц к ней. Рапунцель, вот, да. Мне показалось, что это будет она. Это вместо нее мужик с профилером на башке. Извини, я больше сейчас ничем не могу тебе помочь. Ведьма Хэзл украла мою магическую книжку. Так, это сволочь украла книжку. Сейчас она получит. Ведьма? Или Дасти? Ведьма, ведьма. О, старая проказница. Упс. Старая шалунья. Ух ты. Смотри, чё. Откуда баркаска выпала? Вот так можно делать. Ужас. Оставь бедную женщину в покое. А тут... Ты хотел вернуть? Спасибо же. Ну, тут домой бы вернулся. Странный телепорт. Ужас.
замечательно, ты вернул мне мою магическую книжку. Ну давай посмотрим, как я могу тебе помочь. Ну давай я посмотрим. Я могу научить тебя маленькому волшебству, если хочешь. Здорово! Слушай, кролик, используй прыгнуть. Например, скажи, начинаем игру. Вот над таким вот символом, и ты сможешь прыгать выше. О, ты видишь, я выучил этот знак. Давай я тебе помогу. Используй прыгнуть. Теперь. О, ведьма встала. Давай попинаем. И ведьма мало. Я в шоке. Ну зато в такие моменты можно понять смысл фразы, когда тебя отправляют по всем известному адресу. Ой, она снова. Ей снова мало. Я вижу, тебе нравится этот подкаст. Подкаст? Ну, ныряй, что ли. Не, не буду я в нее нырять. Почему? Там столько неизведанного. Я сейчас вернусь. Давай. Поляк короля. Ведьма туда же вышла. Да. Дурацкая морковка. Я не помню, как ее взять. В принципе, как и эту. Поплавает, пускай, кролик. Так, ну, до этой, наверное, можно допрыгнуть. Ну, это было бы логично до нее допрыгнуть. Да, я до одной допрыгнул. А вот до этой как-то не очень. Может быть и платформы упасть должны. Сейчас. Ну вообще да, должны сейчас. Сделаю. Вот блин, гад какой. Выбил тебя из-под земли. Да блин, давай уже умирай, большой дядька. Блин, он устанет когда-нибудь. Вали.
это я. О, ты ползаешь? Да. Кукин. Щетка. А ты не научился играть на чем-то там? Нет. Вот эти музыкальные значки. Да. Так, Тёмыч замолчал, или он пропал? Да нет, Тёмыч пока наблюдает. А, ну опять ведьма. Ну, господи, бедная женщина, а. Сколько ж несчастья на её душу выпало. Ну да. Да, они кушать захотели. У меня сосиски с макаронами только что сделал себе. Давид, давид. Напоминайте, пройду, потому что я тоже хочу есть, как бы. Но нечего. Да нет, есть просто. Идти готовить лень. Бывает. Ты уже хомячишь, да? Да. Я сейчас... Приятного аппетита. Спасибо. Этому скунсу в клетку кинуть сосиску. Они не попадают. А, попал. Во. Глаз прямо, да? Не, по спине получилось. Спасибо, Аня. Да, приятного аппетита. Это его. И скунсу тоже. Он уже съел масло. Пусть еще съест. Да, а я что буду есть тогда? Скунса. Это уже жрать нечего. Скунс же маленький. Оу! Поджарил хвост. Прикольно. А для чего эти пудетнички? Чтобы на работу не проспать. Ну это так понятно, но... Ну зачем? Ну зачем на нее не проспать? Да. Вот это я глухо. Это чтобы ему домой вернуться. Пустой мир. Кстати, Аня задает правильный вопрос. Это не лава, это кетчуп, табаско. Кстати, у меня в ходе дымитик лежит. Да, и в воде и в лаве нельзя утонуть. Да? Ну, в ней просто сгораешь. Ну, может быть, и чили. Смотря от чего такие звуки можешь будешь издавать. Надо провести эксперимент. Кому-то даже от обычного кетчупа так. Да? Наверное. Так, 5 будильников, 17 этих. Чекпоинт, они даже перевели. Не поленились. Угу. Почему все злодеи толстые? Вот я толстый, но я же не злой. Не знаю, ты, может, ты злодей, скунс это сосиской кидаться.
Сайк, ты тоже толстый. Это же не злой. Так, хорошего человека должно быть много. Вот именно. Кто ж виноват, что эти хорошие становятся? Хорошего человека должно быть. Я понял, они сидят на диете, и они злые, поэтому... Вот это что дело. Я просто в шоке, они заперли в башне будильник, чтобы он не сбежал. Или может они просто перекрыли так выход? Эй, да ты что-то забыл, ты оставил что-то за собой. Ты думаешь, они тоже ножами пользуются? Может быть, да. Дай-ка я тебя сохраню. Спасибо, Слава, Майл. Вот если бы у тебя была возможность отправиться в Америку, куда бы ты полетел? В какую эпоху? Блин, ну даже не знаю. Если вот выбирать вот из таких похожих эпох с этим, то... Будущее выглядит мрачно. Очень. Я бы, наверное, отправился в Средневековье. Время